Извините, не подскажете, новичку трудно курьером работать, устроиться? Я не знаю, это вот к ним. Чего? Новичку трудно устроиться курьером? Нет. Работать здесь поначалу трудно, наверное, там трудно найти место, куда доехать. Ну, все Яндекс.Карты показывают. А, Яндекс.Карты? Да. Ну, территория есть до 3 километра. А, самый далеко. То есть не надо далеко ездить слишком. Пешком? Ну да. На велосипеде. Вот, на велосипеде есть. Лавка сам дает вам? Да. Ну, вообще, ну, чуть-чуть трудно обычно. Ну. А вот все остальные, они сами купили. А какая зарплата примерно там? Ну, в день так примерно. Хороший, работаешь 3500. О, ничего себе. До 4. Много. Это я из провинции приехал, там вообще... Стандартный 3. Это очень много для провинции. Для меня, я из провинции, для меня это очень много зарплаты. Да. Круто, спасибо. Не подскажете, где здесь можно попить воды купить? Попить воды здесь где-нибудь нет? Ладно. Вот, короче, шаурмичник меня обманул. За 170 рублей продал, хотя она стоит, но... Хотя я не знаю, сколько она стоит, но точно не 170. Ну ладно. Вот здесь, который шаурмечник, вот эта шаурма. Вот это вот. Обманул меня на водичку. Не подскажете, здесь где-нибудь есть магазин попить, купить воды? Вот есть у них. Я лучше в Пятерочку. Это там. Пятерочка, Магнит ближе. А, Магнит там? Да, прямо за поворотом. Спасибо.